успешных. Олег Токтаров и Марко Хоас. Токтаров, не понимаю, что такое сдаваться. По крайней мере, я не видел еще ни разу, чтобы он как-то пытался сдаться на чемпионат. Он в очень серьезной форме. Один раз пришлось вступить в бой судья на ринге. Однако Токтаров не остановился, несмотря на то, что он был весь окровавленный. Итак, бой следующий. Хоас против Токтарова. Дисциплины вале, тудо и самбо. Токтарову 28 лет. Хоасу около 30. Но я так думаю, что ему нет еще 35, судя по его виду. Оба хорошие атлеты. Они не прыгают, не бегают, они сидят и понимают, что им нужно сделать. Два собранных бойца, собранных спортсмена. Вот клуб поклонников Олега. Мы готовы к представлению спортсменов. Микрофон конференции. Дамы и господа. Итак, второй полуфинальный матч вечера. Возвращение. Специалист в борьбе с стиле известным как самбо. Черный пояс четвертой степени джиу-джитсу. Русский национальный чемпион по самбо. Полуфиналист пятого чемпионата по боям без правил. Чемпион шестого чемпионата по боям без правил. 4-1 и 1 на восьмиугольнике, 6 футов, 210 фунтов, из Горького, Россия, русский медведь Олег Токтаров. Его соперник, 6 футов, 2 дюйма, 220 фунтов. Специалист в бразильском вале тюдо. Чемпион Бразилии вале тюдо, четырехкратный. Чемпион тяжеловес Бразилии по боксу. И ныне царствующий чемпион чемпионатов по боям без правил. Марко Хуас. В саду Мамонтов на высоте Денвера, штат Колорадо. Ведется бой Хуас против Токтарова. Полуфинал. На рефери большой Джон Маккарти. Вы готовы? Вы готовы? Поехали. Победителю придется встречаться с Северным. Это будет шахматная партия. Будет интересно на нее посмотреть. Олег в некоторый момент оказался на одном ковре даже с Анком Эбботом. С другой стороны, Марко Хоас хорошо подготовлен как боксер. Но силы его, это атаки на земле. Я думаю, что бой там именно окажется. Я думаю, что медведю лучше не оставаться на ногах, потому что Хоас все-таки хорошо подготовлен и по боксу, и по ударам ногами. Бойцы кружат друг вокруг друга, выискивая возможность напасть, оценивая процесс. Хоас бьет ногой, и мгновенно Токтаров предпринимает нападение на эту ногу. Хоас несколько трясет головой, как бы говоря, что нет, нет, так ты меня не свалишь. Хотя попытка нападения на ногу была хорошей. Хорошая тактика. Попытка нанести удар рукой, потом мгновенный удар ногой. Надо изменить уровень боя. Надо сбить с равновесия своего напарника. Бить на всех уровнях. Тоже хороший способ заставить соперника открыться. Что мне нравится в этих спортсменах? Первый раз я вижу, как происходит оценка. Оценка с попыткой выбить из колеи своего соперника. Да, конечно, это не стычка на улице, это два расчетливых спортсмена, это как шахматная партия. Итак, самый лучший тактик на чемпионате. Был хороший удар ногой Хоас, эффективный. Хоас хочет вести бой на земле, я думаю, Токтаров хочет того же самого. Хороший обводной удар ногой Хоаса достигает цели. Хоас единственный, кто действительно может нанести достойный обводной удар ногой по ноге. Хотя, в общем, нечего на это полагаться, потому что он точно так же может ударить и по голове. И удар ногой по затылку в том числе. Это все техника тайландского бокса. Олег пытается прижать противника к забору, сам находясь в центре восьмиугольника. Он как бы бегает за ним. Это ошибка, которую, как вы помните, совершил Варланс против Хоаса. Помните переднюю ногу Варланса? Примерно то же самое сейчас происходит с ногой Токтарова. На ней уже появились синяки. Прошло 2 минуты 15 секунд боя. Токтарову пришлось поправить повязку у себя на правом колене. Не разрешается других повязок, кроме как на ногах, может быть, рукава кимоно.
Итак, Тактаров прижал Хоса за бору спиной. Это будет близкий бой. Удары коленями, локтями, возможно, головой, а возможно и топтание ног. Вы помните? Помните в последнем чемпионате, как эффективно зарекомендовали себя эти приемы? Это как шахматный матч. Вот был хороший удар головой Тактарова. Но здесь не следует заблуждаться. Оба спортсмена смотрят друг на друга очень внимательно. Вот и попытка топтать ноги. Олег смотрит вниз, чтобы увидеть, где его ноги. Мы видели это на 7-м чемпионате. Было очень болезненно. У Тактарова над правым глазом большая ссадина. Это был удар, который прошел близко к носу. Попал в место, где у Тактарова уже была травма и раньше. Он напал на ногу, Хоса. Хос знает это. Он прекрасно разбирается в подобных ситуациях. Кто из них окажется специалистом по атаке на земле превосходящим соперника? Я думаю, что Хос. Вале Тюдо. Замечательная смесь борцовских качеств. Тактарова ссадина. Кровь начинает немного ему мешать. Я бы здесь отдал преимущество Хосу, просто потому что он находится в позиции верхом сверху. Я думаю, что Тактаров на спине против человека, который хорошо умеет вести атаки на земле, долго не выстоит. Хос проводит несколько ударов в районе поясницы. Он просто более опытный, более разносторонний, он, очевидно, сильнее. У Хоса есть определенные преимущества. Тактаров прижат забору и встает. Великолепно. Просто великолепно. С помощью забора он встает, поднимается на ноги без особых проблем. Танку этого не удалось за 18 минут. Тактаров пропускает два удара по животу, однако это никак на нем не сказывается. Итак, фактически матч стартует снова, потому что Тактаров вырвался из всех замков. Марко хочет, чтобы Тактаров преследовал его. Марко не будет за ним бегать. Посмотрите на него. Он кружит. Он хочет, чтобы его соперник сейчас сделал шаг вперед. Вы видите, как спортсмены тяжело дышали и на 7-м чемпионате тоже. Чтобы защититься от удара ноги Тактарова, надо просто поднять ногу, согнуть ее в колени. Тогда на самом деле Марко будет больно. Однако он борец, он не имеет достаточного опыта в блокировке ударов ногами. Был вопрос, все ли у него в порядке с коленом? Мы не видим никаких проблем с перемещением Тактарова. Вот как я уже и говорил, еще один удар ногой Хоса. Ходит голыми руками, это чемпионат чемпионатов. Кто-то победит в этом матче, гарантированно получит 25 тысяч, а победитель финала получит 150 тысяч. Удар по лодыжке ногой не нанес абсолютно никакого ущерба. Надо бить по подъему. Вот еще один эффективный двойной ногами. Тактаров пытался атаковать, однако пока не получилось. Пока что бьет на земле, а Глек промахнулся. Он знает, что Хос бьет ногами, руками лучше. Знает это и пытается вести борцовский матч. Олег сейчас выжидает. О, это был хороший левый. Еще один удар. Хос проверил свою затычку для зубов. Кажется, она вылетела. И вот это любимая позиция Тактарова. Удушение. Возможно, очень скоро последует сдача. Тактаров работает над удушением. Хос опытный, но посмотрите, как он попался. Однако, что бы ни делал Хос, он только затягивает удушающий прием. Очевидно, Тактаров долго так не продержится. Очень много энергии он затрачивает на удержание соперника. Руки сильно устают при этом. Не надо делать резкие движения, просто постараться сосредоточиться. Именно так. Ему говорят, тяни время, говорят, что у него резиновая шея. Несколько раз его пытались удушить, и ничего не получалось, но, очевидно, Тактаров мастер-душитель. Если ему удастся справиться, вы посмотрите, как он выгнул руку. Хос пытается ее отогнуть,
высвободиться, освободить подбородок. Но при любой попытке интенсивность удушения только увеличивается. Чем больше ты пытаешься подняться, тем под большим углом отрывается от горизонтали шеи, тем эффективнее можешь задушить. Осталось еще около 10 минут в 18-минутном раунде. Хвост по одному пальцу пытается расцепить захват. Хвост сцепился пальцами ног в забор. Использует все свои силы. Теперь же Токтаров уперся ногами в забор. Равновесие удерживает Марка Хуоса, не дает ему идти вперед, улучшает свою позицию. Но они отодвинулись от забора. Однако Токтаров безжалостно удерживает замок. Я не знаю, сумеет ли он держаться. Непонятно, сколько у него еще осталось сил, насколько он вынослив. Хвост пытается расцепить замок, однако рука Токтарова все еще находится в хорошей позиции. Надо постараться двинуться, улучшить свою позицию. Однако любые попытки Хвоста продвинуть правую руку вперед только могут усугубить замок. Осталось 9 минут 15 секунд. Марко Хвост, Олег Токтаров. Итак, рефери Джон Маккарти начнет бой сначала. Он имеет право сделать это. Да, Олегу это не на руку, очень не на руку. Он должен подойти к врачу. Рефери Джон Маккарти хочет, чтобы доктор Джозеф Истреко осмотрел ссадину на голове. С виду она вроде ничего. Да, Олегу это не на руку. Его заставили расцепить замок, который... Вряд ли получится провести повторно с Хвостом. Итак, доктор осмотрел Токтарова, ему дали зеленый свет, можно продолжать. Что-то выбросили на поверхность восьмиугольник, я не знаю, видят ли это спортсмены. Джон Маккарти убирает этот предмет, и теперь они возвращаются в бой, осталось 8 минут 40 секунд. Referee is the authority to stop the fight with the advice of the ringside physician. It's the first time we ever saw debris thrown into the octagon. That's very unfortunate. Referee имеет право остановить бой по совету врача вне арены. Мы первый раз видели, как что-то бросает восьмиугольник. Это очень неприятный инцидент. Итак, я вижу, что в качестве боксера Токтаров довольно-таки открыт. Он пропускает удары по ногам и по туловищу, однако ни один из этих ударов особого ущерба ему не нанес. Я смотрел сегодня и толком не уверен, но, видимо, здесь требуется определенное количество боксерских приемов. Зачем боксерских? Просто нанести удар в лицо, используя весь свой вес. Однако, здесь спортсмены не считают наличие ходов вперед. Они все основывают на одном ударе. Правда, если удары наносить по одному месту довольно долго, то, в конце концов, они добьются своего. Да, совершенно верно. Бить надо по туловищу, используя весь туловище. И снова продолжается шахматная партия. Хвост ходит кругами. Хвост уходит влево. Токтаров идет по следу. Каждый раз, когда Хвост поднимает ногу, Токтаров ждет ее. Ему мало блокировать эти удары. Ему нужно выйти вперед. И попробовать поставить колено так, чтобы оно попало во внутреннюю часть ноги Хвоста. И тогда Хвост будет больнее, чем Токтарова. Это принесет ущерб скорее Хвосту. У Токтарова рассечена бровь, но это не сильные ссадины. Работайте, работайте. Я все-таки думаю, что здесь непонятно, кому отдадут предпочтение судьи, если бой будет продолжаться в таком же духе. Если никто из них не проявит отчаяние, не пойдет на агрессию. Я бы сказал, что в данный момент здесь ударов больше, чем борьбы. Верьте, не верьте, но... Если бы Олег хоть еще немножечко провел на земле, удушая Хвоста, то я думаю, победа была бы за ним. Безусловно. Вот, вот хороший правый удар. И вот что требуется этим ребятам. Не наносить удары по одному, а наносить комбинацию ударов. Ногой, рукой или рукой и следующей рукой. Хорошее противоядие от забияк. Кажется, что состояние Марко Хвоста не меняется. Выражение лица у него постоянно, он постоянно держит в поле зрения своего противника, он не злится, не устает и не радуется. Вперед, вперед, работайте, работайте, хватит ходить.
Что, интересно, думают сейчас судьи? Вот это большая ошибка Олега. Нагибается, пытается схватить ногу. Ведь я видел, как бойцы поступали так миллион раз в кикбоксерских матчах, и всегда это плохо кончалось. И Хосе достаточно нанести об одной удар ногой по голове Токтарова, и Токтаров немедленно упадет. Сначала обманной левой, потом правой ногой, и все. Вот еще один удар, контрудар по голове. Олег перестал пытаться схватить ногу Хосе, повалить его, он перешел к ударам. Кажется, он не хочет торопиться. Хосе не хочет сокращать дистанцию. Это вынужденная игра в шахматы двух борцов. Интересная игра. Тактика Олега. Интересно, какова его стратегия? 5 минут осталось. Вперед, вперед. 5 минут 10 секунд остается в этом 18-минутном бою. Если бой окончится просто когда кончатся минуты периода, то решать придется судьям. А победитель встретится с Дэном Северным за титул чемпиона чемпионов. Я не могу понять, почему спортсменов не научили видео, как Хоас ведет себя. Почему их не поучили бить ногами и защищаться от них чуть лучше. Вообще-то, когда нападают на вашу ногу ногой, именно тогда следует носить удар рукой, потому что нападающий, в данном случае Хоас, будет стоять на одной ноге. Он в данный момент не сможет ничего особого сделать. Если он бьет ногой, вы его блокируете, бьете рукой. Вот так и надо поступать Олегу. Спортсмены уже 3 или 4 минуты на ногах кружат друг вокруг друга. Мы сейчас видели, как можно эффективно начинать атаки из этой позиции. Хоас, наверное, выбирает позицию, чтобы нанести свой ход. Думает, как судьи оценят его. Я боюсь, что рано или поздно судьи могут интерпретировать это как отчаяние. А вы как это оценили? Ну, неизвестно. Оружие в арсенале полным-полно. Удары ногами, руками и у Хоаса, и у Токтарова. Но я, честно говоря, не знаю. А вот и атака. Я бы сказал, что агрессор сейчас Олег. Тактика немного изменилась. Олег пытается загнать Хоаса угол. Я бы отдал сейчас агрессивность, предпочтение в агрессивности Олегу. Он удачно начал удушение, и тут вмешался рефери и прервал матч. По старым правилам этого бы не произошло. Я все-таки оспариваю эффективность этого удушающего приема. Это был не совсем удушающий прием, это было удержание близкое к удушению, близкое к замку. Хоасу не было никакой угрозы. Это была позиция верхом, и непонятно, по какому критерию посчитали, что это отсутствие боя. Бой, я думаю, будет продолжаться и так, как сейчас Хоас дерется. Он двигается, в основном избегая конфликта, избегая боя. Он не использует приемы, чтобы что-нибудь завязать. Он не наносит ущерба, он просто отражает или наносит удары ногами, а дальше уходит от боя. Олег пытается сбить соперника, наносит мощный удар. Вот он попытается это еще раз, очень рискованный ход, и еще раз. И все равно, смотрите, Хоас не хочет драться. Кто бы мог подумать, что бой между двумя борцами пройдет на земле, причем будет длиться так долго. Я, честно говоря, шокирован. Вопрос будет следующий. Видят ли судьи, что это Хоас не агрессор, а защищающийся? И, наверное, этот удушающий прием – единственная атака на земле, которую провел Олег Токтаров, и который хоть как-то был эффективен в этом матче. Ну, здесь даже, наверное, следует оценить потенциал нанести ущерб. Что-то ведь могло бы произойти. Хороший удар ногой проводит Хоас. Он провел его, сделав обманный удар правой рукой, отвлекая Токтарова. Смотрите, кто кого заставляет драться. А смотрите, кто кого. Олег агрессор, в этом нет никакого сомнения. Он бегает, преследует Хоаса. Он бьет руками и ногами. Он пытается драться, пытается привести бой вниз. Если бы Олег стал уходить, интересно, как бы шел бой? Двое людей, двое мужчин, пытающихся держать друг друга. Я, конечно, не судья, но мое неофициальное мнение в данный момент. О, хорошая попытка. Мое неофициальное решение было бы таковым. Это бой Олега. Я не знаю, о чем думает Хоас, я не знаю, какова его стратегия сейчас. Но он не собирается ввязываться в бой, совершенно верно. Осталось чуть меньше минуты. Если Олег будет продолжать в том же духе,
Это будет называться, что художник спит. Олег рвется в бой, рискует, бьет ногой по ногам. Практически футбольная подножка. Как обычно, у него на лице кровь. Олег, очень опасное движение Олега, но Хо все равно не хочет ввязываться в бой. Наверное, что-то почувствовал, когда они с ним боролись, что ему очень не понравилось. Когда один дерется, второй не лезет в бой, это признак неагрессии. Да, Хо что-то явно не понравилось в бою с Олегом. Не то чтобы Хо хочет стоять и бить руками, но Хуэс и этого тоже не делает. Если ты не хочешь драться на земле и бороться, если ты не хочешь драться как боксер, что же ты хочешь делать на восьмиугольнике? Право Олега проходит. Тут несколько ударов прошло по голове Токтарова, которые засчитались. Совершенно верно. Токтаров покрыт собственной кровью. Тело Хуэс покрыто его собственным потом. Осталось несколько секунд, и вот бой окончен. Итак, теперь решение за судьями. Такое ощущение, что Токтарова можно просто шлепнуть по лицу, и у него пойдет кровь. Но это не повреждение, у него столько было ссадин чемпиона, так что это все ерунда. Итак, решение за судьями. Второй раз уже сегодня решение выносят судьи. Эрнест Харт, Джон Литтл, Майкл Ди Паскуале. Я не судья, но вы знаете, как я считаю. Я видел тысячу боев. Мы будем ждать официального решения судей. Победитель встречается с Дэном Северном. Нельзя выиграть бой. Нельзя стать чемпионом чемпионов, если ты не хочешь драться. Олег пришел сюда драться, а я не видел этого сегодня в Хосе. Это Леон Тебс, специалист по ссадинам и порезу, который работал на множестве чемпионатов мира. Леон около 30 лет выступает в Филадельфии, Пенсильвании. Итак, единодушное решение судей. Олег Токтаров, Токтаров, Токтаров. Победитель второго полуфинала Олег Токтаров. Итак, это будет Токтаров против Северна. Олег в слезах, конечно. It's coming up on...